Приветствую вас, дорогие друзья, продолжаемое прохождение игры Ромка Класс Барбальный Двоишн, дополнение к Сонному Апстрата Юлиани. Так, у нас новое сражение квадами, так что коэффициент армии 3 к 4. Так, мы защищаемся, где Вакринками. Так, а, кстати, хотел проверить, может быть здесь можно брать интерфейс, поменять боевой. Так, здесь все нормально вроде бы. Так, где еще может быть? Настройки видео не то. Настройки аудио, естественно, то, что не то. Блин, где же его отключать-то? Так, ладно, стартуем битву. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так, здесь тоже не то. Так где ж тебя убрать-то? Вроде все перек... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Быстренько, быстренько, все, в центр. И битву начал, понял. Центр войска не переставил. Давайте сюда. Так, уже разберемся, как нам встать, пока не штурмует там. Ай, так. Не помню я опять. Какие там буквы нажимать? Даже не знаю, где в каких настройках их настраивается, да. Да, вот как увеличить скорость. Пауза. Стоят у стен с лестницей. Вот настоящий испанец. Так, это пауза. Как вот тебе переключить-то? Уже вроде бы все перепробовал, все, что можно было. Вражеские башни достигли стен. Молитесь богам, чтобы римская храбрость помогла нам одержать победу. Лестницы достигли стен, но римская сталь сумеет отбросить врагов. Так, они там могут просто с нескольких направлений. Мне пехоты здесь маловато. Все направления я не смогу даже прикрыть. Лестницы уже стоят у стен, но римляне не боятся сражаться на улице. Так, лучше сюда давайте.
Так, какая там кнопка, блин? Быстро двигаться. Посмотрите на укрепление. Стены пали, и боги покинули нас. Вот он, конечно. Так что у нас тут потеряно? 20% воды потеряли. Тихо. Тут уже битва кипит. Противник уже подошел. Что еще один генерал пехотный, что ли? Да уж маловато у нас здесь пехоты. Давайте-ка вот. А, стоп, нет, вы там у вас свой час, который получается. А вот здесь отбивайтесь. Так, потери противник уже 24% оставили, мы тоже 23% потеряли. Как же нормально это фейс-то вернуть, а мне? Вроде бы нету. Так, а это на что закидывает здесь? А, вон они конец пришли. Как неудобный интерфейс какой, а? Так он вообще кто-то играет. То есть у нас вообще сейчас будет правого фронта. Только единственное, кем мы кавалерии можем ударить. Так, значит, давайте кавалерию сюда направляем.
и прикладывались тяжелые кавалерии. Если мы еще будем долго пить, а у нас генерал тут в опасности. Давайте-ка выведем, что ли, отсюда пока. Генерал пока сюда, пусть нам лезть пока сохраняет. О, у нас уже весь генерал уже вскочил. У них там за кавалерия такая мощная. И просто у нас слабая. Такое ощущение, что наши кавалерии вообще не сопротивляются. Бьют он и бьют. Правда, только 40% своего войска потеряли, но потерь намного больше. Уже делаются. Нужно тут со всех сторон просто обкладывать. Пусть сарматские уланы, кто еще их не бьется. В общем, дофига есть с них еще войск, ладья не вижу. Вообще никакие. Надо тяжелый сетильщик, вот почему наш генерал никак не может справиться. Два генерала здесь бьются, не могут справиться. А эти как сюда позвались уже? А, с этой стороны, что ли? Офигеть. Со всех сторон наш площадь просто атаковали и все. Давайте хоть здесь расправимся с ними. Кто-то убегает, кто-то уже убегает. И куда, куда, куда теперь? Вот сюда вот. Вот сюда. Так, ну, по-моему, они уже большие потери несли. Вроде бы больше больше и нет особо. Золотой отряд кладов остался и все. Третий генерал привел. Нам надо по ним ударить силу. Если наших уже немного остается, так что там по потерям-то? 7%, ну у нас уже 65% убитых. Вот пошел. Давайте гоните отсюда. Этих рыцарей. Давайте сюда вот.
Их полководцев мы убили. Бенгин, зараза. Какого из них? Вот этого, что ли? Ах, лучше он остался. Позвать их жить. 4% нас уже примерно равные процент по потерям. Как они нашего генерала быстро видят? Что же за кавалерия такая? А, тут уже всю кавалерию нашу переломали, кстати. Остались забежали только лучники. Здесь вот сейчас появляются. Плюс два генерала. Никак сарматских уланов здесь не добьют. А, сюда уже. Выборности и склады побежали. Давайте добивайте хулан. Что, побежали что-нибудь? Нифига себе, сколько у меня войск осталось. Прогнали, кто еще? Давайте сюда мной не отбивом. И давайте сюда вот тяжелые сетевщики кладут. Да давай на сетевщиков. Стоп. На сетевщиков давайте, сказал. Ну уже 9 осталось всего. Не помню битвы. У нас уже, правда, больше процентов хватит. Один стрел 80%. И его войско. Такие неубиваемые, ты посмотри на них. Видим какие-то элитные. Здесь уже все тут. Да, тут все уже фронт окончательно сорван. Остались последние защитники. Мы проигрываем эту битву. И чё он так дофига солдат? Так и не добили мы этих сетевщиков. Что тут уже? Вот этот отряд квад еще подошел. Тоже какая-то элита, видимо, их. Последний генерал остался, короче. Хватит мне туда. Последний защитник, я клинку. Так,
Вон хоть Сигниум пока удержали. Последний генерал остался. Куча врагов. Все, герой пал. Темный день, если не сказать катастрофический. Враги подбили нашу армию. Так, обычное поражение, 1230. Квадов мы тем не менее убили, у нас 1340 потерь составили. Еще один штурм, что ли, или что это? А, это просто сражение, мы здесь зажали. Так, 9 к 8. Ну, давайте посражаемся, хотя у нас только кавалерия. Отступить мы не можем, кстати. Идем на сражение, зажали нас против порту. Тут я ему не пойму, почему даже нам время на подготовку не дают. Как раньше можно было оставить войска. А, нет, это город захватывает. Как раньше можно было войска заставить и все. Сейчас почему-то нет такого даже. Где этот интерфейс еще поменять, да? Выводит мне вот это. Что не могу интерфейс поменять. Так, давайте кавалерию вот это так именно тогда сложно. Это было неинтересно. Где же? Так, а где мой генерал? Ни подсветки носит, ничего нет. Где мой генерал? Наш солдат такой ощущение, чтобы нас вобили. Элитный какой-то изборской конницы. Долг реально делать. Интерфейс не могу не поменять. Ничего. И раньше как-то сначала-то время подготовка пытался разместить войска, а потом крутил в бой, а сейчас как-то сразу в бой выкидывается и все.
почему такое, чего такое произошло? Убегают. Он еще остался. Да что ты? Чего ты на них стоишь? А я, ну, копейщик не послал, может быть. Дашу, еще сейчас я буду чистый фото. Здравствуй. Ну что ж ты как будто шагом идешь? Да куда ты иди, пока не рано драться. Давайте атакуем. Копейщики их добили, то у них еще остался. Играл, что ли? Да. Очень раз сил у меня, потому что двух пехот не справится. Думаю сначала, что я там что-то нажал. Это вообще почему-то попал в нет, что сначала заставить войска, потом начинать битву. Да, вождь мавы. Ты куда ты вложил, что ты побежал? Так его, в принципе, перебьем сейчас. Что вождя. Так, мы завершаем где-то не буду за ним гоняться. 470 воинов мы убили. У нас потерь составит 241. Надеюсь, больше не будет нас биться.
Так вот, как нам тут настроить, а? Давайте этот долбанный интерфейс. Не видим, нигде в настройках этого нету. Два генерала у нас погибли, самый раз покажет не перевали. И так не валим, как видите, выше. Среди периода 10067 у нас прибыль. И тем не менее, у нас 113 тысяч казне. Да уж, конечно, потеря оценивается. Тяжелая для нас утрата. Еще. Так, еще казнун тут. Если это осаждают. Измы мы пока обороняем более-менее успешно. Так, что у нас финансы? 1891. Ну сейчас у нас может быть на найм сколько потратить. Так, где у нас 15 времени? У нас потрат кавалерий собрался. Так, в общем, 52-52 совершило. Один, как-то маловато. Кстати, где все почему-то 53. Так, давайте второй отряд, не снимаем. Наших крутых всадников. А где еще у нас наймы идут? Были. Вот в Равине точно у меня наймы были. Господин! Это куда вот этот генерал я хотел, не помню. Император! Император! Полководец! Диаване, может быть, дать из пути вот так. Здесь у нас что? Переобучаемся. Нас найм идет. Тут. От некого. Здесь на земле тоже вообще найма ни о чем. Ловение идет найм. И еще так. Здесь. Значит, найма пока нету. Здесь тоже от некого. Здесь нанимать некого. Здесь вообще нанимать некого. А где еще вот мастер? Глядь, точнее. Так, ну тут у меня пока идет, наверное. Что, кавалерий почему-то мало? Почему тут надо нанимать? Скоро не знаю. Тоже нанимать некого на зоне. Здесь тоже. Офигеть, на ремонт сколько тратить, да что ж такое-то, блин. Не хоть мне деньги на ремонт тратить. Да, ты тебя пригодим сказать. Я вредь. Да. Так, здесь у нас танки осаждают. Тоже ремонтируют сейчас на эти все деньги тратить. На сюда деньги тратить. Так, здесь у нас что? Так, здесь у меня с пехотой, конечно, все плохо. Надо здесь кого-нибудь на путевых нанимать. Так, видишь фракции, да? Господин! Господин! Наш, по-моему, такая. Вот это самый мощный пехота один себе.
Вот эту тагму нужно крепить. Здесь мне нужна пока крупная группировка. Потому что тут очень много вазов. Так вот, здесь у меня размещаюсь. На нем мне здесь перекрывать пока пути просто. Так, здесь пока не трогают. У меня там все важно сидит тоже. И перейдем сюда, вот перейдем в Британию. Здесь однозначно у нас пехоту мы меняем. Полковник сразу два отряда есть. Так, Узаком ожидает кто кельты, а пикты, точно здесь уже не пикты, это кельты. Так, этот пока еще держится, здесь уже тоже сложно может быть восстание. И Гали тоже здесь пока держит, так как мы можем делать, но здесь тоже. Вот нет, потом Карфагене с нами идет, Кардуги у нас расширяется еще только. Максимум, кого можно сделать, это кавалерию. Так, это здесь, в принципе, можно даже неплохую пехоту делать. Блин, ну почему такие большие деньги на ремонт, а? Так, 17 000 только в запасе. Так, как погибли. Валерий Гаса. А, здесь пехот, по-моему, нанимает, не ошибаюсь. Так, а как вы? Не помню. Вот так, 10. Если дать вот 11, так и приходится, то будем вот этих хотим снимать. Так, выдох. Строится здесь вверх. Так, сейчас посмотрим строительство. Здесь строится. И вот что. Так, можно даже очень высокие налоги здесь. Чтобы население будет уменьшаться. Но для этого надо построить, чтобы оно увеличилось. Я пока займусь экономикой здесь, поэтому своим детским. Так, еще 5 000 на запасе. Так, ну до самых городах у нас пока здесь построится. 57 000. Так, кстати, где мы на этом ремонте? Потратить немножко на ремонт, так что тут что-то вроде. Здесь можно потратить немного на ремонт. И построим здесь пост. Так, что можно здесь сказались на эти деньги построить? Валерий Ильяна Чистаков. Это еще не подходит, там что-нибудь дешевенькое.
Дешевенького ничего нету. У нас пищи стоит, это торговля еще дороже. 3500 это армейский пазар. Можно построить гибен чистакового за 8000. Так, ну кстати, по итоге даже. Можно только какую армию собрать. Так, ну еще на этом я ход сделал. На этом будем завершать. Так, сейчас еще повозьму тройку. А тут нет, по-моему, интерфейса вообще. Ну тут все по отрядам мне подходит. Так, показать стандарт G надо нажать. Так, здесь что? Вот где, блин? Дети на стройке. Это птица. Так, ладно, всем пока.